Я хотела сказать, что нам зритель написал, чтобы мы купили какой-то на пол постелить, ну, специальную такую штуку, чтобы колесики не царапали сам ламинат. Ну, поскольку у нас здесь есть коврик, мы просто его подвинули немножко сюда, и теперь у нас стул, получается, ездит именно по коврику. То есть он не царапает ламинат. И спасибо, что подсказали, потому что мы один раз поцарапали, я совсем даже об этом забыла. Но видите, я работаю теперь здесь, на Миленином месте, пока она в школе. И мне, кстати, очень удобно сидеть. Я потому что порой провожу несколько часов в кресле, проводя собеседование. И я сижу, и тем самым у меня спина просто отдыхает. У меня руки на подлокотниках. И я вот, знаете, свободно просто сижу, и у меня даже релакс. Сейчас была у стоматолога, ну, у меня была запись на 15 ноября. И, ну, я там еще дальше записалась, я хочу там пломбы заменить, которые у меня уже старые стоят. Значит, и это, цены-то пошли вверх на этот, на услуги стоматолога. Если раньше я бы заплатила, ну вот 130-150, такой был диапазон цен, сегодня я заплатила 160, причем это не была такая большая пломба. То есть, если кариес, например, есть, я сразу же хочу делать пломбу, чтобы дальше это все не развивалось. Тут даже маленькая черная точка. И, значит, сегодня наш товарищ приехал с Украины, привез посылку от моей мамы. Я жду, сейчас Милена придет, и мы посылку эту вместе раскроем, и я вам покажу, что же теща приготовила своему любимому зятю. Текс, 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 текс. Будет немного шумно. Сейчас распакую. Что, кстати, на обед вкусно было обед сегодня? Спагетти. Спагетти? Сосики? Так. А? Ух, ну, сейчас, сейчас, подожди. Я надеюсь, что я тут ничего не отрезаю нужного, как обычно, блин, у меня бывает. Ну, конфетки есть. Это. Все видимо. Да. Ой, смотрите, мамочка, мне конфетки мои любимые дала. Это не дала. На, ой. Немного вкуса, конечно, но ладно. Смотрите. Это моя мама Милене связала сюда такую штучку. Что тут мешает-то? Конфетка. Классно. Текс. Где тут чьи? А, носки. Я заказала маме, чтобы она связала нам всем носки, потому что у нас уже они там стерлись. Не шуми пока. Это Милене носки. О, это Руслану носки. Причем ему две пары носков. Одни потолще, потеплее, другие посвободнее, да. Потоньше нитка. Ну и мне, конечно же, носки. Так что, да, и мы, кстати, заказали в украинском магазине шапки, потому что мы здесь не могли найти шапки хорошие, которые подходят и нравятся нам. Поэтому мы заказывали их в магазине, мама их выкупала и нам их передали. Это шапка Руслану. Я не могла здесь нигде найти вот шапки с такими застежками. И они внутри, видите, какие? Вот, флис. Фирма называется Каскона. Они есть в России и в Украине. До этого мы покупали в Украине. Одна вот с такой штучкой шапка. Одна вот такая простая шапка. Она такая тоненькая. И еще одна вот такого цвета красного. Вообще красную хотела себе брать. Но не знаю, подумаю еще. Так что шапки мы заказали. Конечно, Руслану шапки. Та-дам! Смотри, Милен. Как надо. Ну, так делается раз. И все.
Хорошие шапочки. Шапочки, конфетки, ромашка. Я в стоматолога, надеюсь, мне уже можно. Такие свежие, боже мой. Вкуснятина. Это тебе, Семеленко. Ковчушка такая. Я думала, что там... О, самый шайный сапер. Ковчушка, Милене. Ну, для дома, значит. Ну, для дома, да. Так что, спасибо за подарочки. Да, подарочки мамочки. Да, мы, наверное, чаю попьем. Больно вкусные конфеты. Лена решила, что эта шапка достанется ей. Ну, кстати, тебе в этой шапке неплохо. Я сейчас вспомнила, что у меня в холодильнике лежит фарш. И мне его нужно приготовить. Представляете? Время 19:22. А я сейчас буду тут пахнуть жареным мясом. Так, я, значит, пожарила фарш вот такими длинненькими штучками. Я его даже не мяла, чтобы были такие вот, знаете, ну, кусочки мяса. Это все уже готово. Здесь лук, томатная паста. И теперь я просто готовые макароны сюда закладываю. И все это дело делаю вот так. Сильно много томата я не делаю, потому что когда сильно много томата, знаете, изжога может быть, поэтому все очень так. Ну вот видите, тут такого цвета, то есть я сильно красный, ну, не делаю. Теперь у меня постоит вот на троечке, напитается макароны всеми этими ароматами, и будет всем счастье.